1 июня, как известно, традиционный праздник Дня защиты детей. В этот день детей принято баловать, водить в цирк, кино, кормить сладкой ватой. В общегородском празднице все было именно так. И сладкая вата, и мыльные пузыри, игры, танцы. Но больше всего маленькие виновники торжества ждали появления гостей из любимых мультфильмов. Мы узнали, кого же ждут на празднике ребята. Леопольд. Вот Леопольд, а любимый герой, мышата или кот? Кот. А почему он тебе нравится? Потому что он добрый. Смешарики. А у тебя? Фиксики. А любимый герой у тебя какой в смешариках? Крош. Мой любимый мультик — Черепашки-ниндзя. А любимый герой — Сплинтер или кто-то из черепашек? Сплинтер. Сплинтер, а почему? Потому что он очень умный и очень сильный. Все самые добрые, ловкие и умные герои мультфильмов пришли на праздник детям. Больше 50 сказочных зверей украсили детский праздник. Здесь юным мечтателям удалось соприкоснуться с чудом и провести целый день рядом с теми, кто их так вдохновляет. Смотри, универ, смотри! Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.